Здравствуйте, с праздником Богоявления. На Щелковском телевидении «Диалог о православии». О самом главном, о спасении наших душ, мы говорим со священником Русской Православной Церкви, настоятелем Николы Брилюковского монастыря, игуменом Евмении. Отец Евмении, с праздником. С праздником, с крещением. Да. В эти дни мы, как говорят иногда называют, отмечают зимнюю Пасху. Да, мы вспоминали начало евангельской истории рождения Господа нашего Иисуса Христа. Вспоминали, как поклонялись пастухи, волхвы. Уже мы отметили праздник обрезания. На 40-й день от Рождества Господа, 15 февраля, мы будем отмечать Сретение Господа. И тут вот в такой хронологический ряд вдруг вступает крещение Господне, да, которое, как мы знаем, Господь принял в 30-летнем возрасте. Как вот так получается, что события перемешаны, да, в таком литургическом цикле Православной Церкви? Ну, потому что эти события были не в один год, происходили одно за другим, а в разные годы, ну, как вот вы сказали, что в 30-летнем возрасте Господь вышел на проповедь, а перед этим крестился от Иоанна в Иордане. И, конечно же, но они как бы наложились друг на друга, поэтому и такая некоторая путаница. Кроме того, вот эти все праздники, которые вы называли до крещения, они праздновались-то не сразу, а постепенно добавлялись к церковному календарю, как бы все более и более уточняя и обогащая церковную и литургическую такую историю церкви о празднестве вот этих именно событий. А сначала даже Рождество и крещение были объединены в один праздник, и в общем-то, ну, логически рассуждать, почему это сравнивалось с второй Пасхой, зимней Пасхой, потому что богоявление Господа, ну, сначала произошло как вочеловечение, то есть Господь, Бог, явился роду человеческому в виде Бога-младенца, то есть он принял на себя человеческое естество, явился человечеству. То есть богоявление тоже, богоявление, да? Но это только одно лицо из трех лиц Святой Троицы. Поэтому к рождению Христа был совмещен, был добавлен праздник и крещение, потому что именно во время крещения мы видим в Евангелии упоминаются все три лица Святой Троицы, то есть они были открыты именно на Иордане. То есть сам Христос был в Иордане крещаем Иоанном Предтечей, с неба был Сын Божий, да? Сын Божий, да. Угу. Второе лицо Святой Троицы. «С неба был глас отеческий, сей есть сын мой возлюбленный, о нем мое благоволение, его послушайте». Это первое лицо Святой Троицы, Бог Отец, сказал эти слова. Ну и Дух Святой, третье лицо Святой Троицы, сошел на Христа Спасителя в виде голубя. Таким образом, все три лица Святой Троицы были явлены именно во время крещения. А во время Рождества было только одно лицо явлено. Поэтому и объединяли этот праздник в первые века христианства. Но сейчас мы это уже разнесли, потому что каждый из них имеет свое такое внутреннее духовное естество и свою интересную историческую канву. И больше, наверное, теперь как праздник Богоявления, это уже как крещение Господне. Сейчас даже некоторые бабушки говорят, что даже освящаемая во время крещения вода, она бывает богоявленская и крещенская. То есть 18-го, как будто накануне. Да, на вечерней службе богоявленская, а вот на утренней, на литургии уже крещенская. Нет, это одна и та же вода. И богоявление, и крещение – это синонимы, в общем, этого праздника. То есть нельзя разделять эти две воды, это одна и та же крещенская вода. Ну, не дело не в воде, и вообще само событие получается. Ну, конечно, я просто на воде это проиллюстрировал, а само событие, конечно же, его никак не разделить. То есть это синоним. Богоявление, крещение – это, в общем, одно и то же событие. Предлагаю почитать тот отрывок, который будет читаться, да, за богослужением на крещение Господа. Пожалуйста, это Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17. Послушаем Евангелие. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“. Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус
тотчас вышел из воды. И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Коротко мы с вами уже сказали, да, о явлении Господа в трех лицах. Теперь мы с вами детально будем разбирать, прямо по предложениям. Тогда приходит Иисус. Тогда, когда, в какое время приходит Господь? Ну, так как мы, самый простой ответ, так как мы это празднуем зимой, то в зимнее время Господь явился на Иордан креститься. Ну и, конечно же... А там зима не настолько холодная, как у нас. Нет, там где-то, ну, 15-20 градусов днем, в общем, достаточно теплое время. Тем не менее, конечно же, зимнее. Ночью холодно. И это было время, когда Иоанн Предтеча вышел на проповедь и крестил по внушению Духа Божьего, крестил всех к нему приходящих на Иордане в его конечном течении, то есть практически перед входом Иордана в Мертвое море. И сейчас это место отмечено и монастырем, и храмом, и купель там есть. Иордан достаточно небольшая река сейчас, может быть, раньше она была больше, но там производились раскопки, и была найдена эта купель, которая в дальнейшем уже была построена уже в церковные времена, на том месте, где Иоанн Креститель крестил. Сейчас там уже воды нет, в том месте, где эту купель откопали. Ушла она, да? Она, да. Ну, речечка, я так понимаю, она сузилась просто. Воды все меньше и меньше в Святой Земле обретается в связи с потеплением климата, с засухами и опустыниванием. Поэтому это место найдено, оно подтверждено исторически, и именно там к нему приходили народы и из Иерусалима, и из других городов, то есть это достаточно далеко идти. То есть настолько был авторитет Иоанна Предтечи у израильтян, что они к нему шли для того, чтобы пройти вот этот такой обряд крещения от Иоанна, не от Господа. А ему, наверное, он же жил в пустыне, так, в одиночестве. Ему, наверное, все-таки какое-то было, да, указание свыше, чтобы он выходил. Да, был голос Иоанну выйти на проповедь, да, и без этого он и не смог бы выйти, как он сам говорил, если что-то дано человеку, только тогда он может что-то делать. И здесь он жил в пустыне, причем с малолетства, так как его родители умерли, когда ему еще было достаточно мало лет. Отца убили те самые воины Ирода, которые убивали 14 тысяч младенцев. А они, получается, с матушкой убежали, да? Да, а мама с младенчиком убежала, и это место и сейчас посещается. Это пещерка со своим источником в гористой местности, куда она убежала из вот, окрестностей Вифлеема туда, и там спряталась. То есть ее даже была погоня за ней воинов, но они ее там не нашли, в этой пещерке Господь их покрыл. И на этом месте тоже и мы были, это достаточно известное паломническое место. Поэтому в этой пустыне он жил с детства, но когда и мама умерла, он жил просто как пустынник, как монах, и питался акридами и диким медом. И была одежда у него из верблюжьей шерсти и кожаный ремень припоясал его. То есть самые такие, вот мы видим, самые простые, самые трудноносимые вериги, которые только можно найти, потому что из верблюжьей шерсти очень все колется, очень грубые шерсти, очень трудно это носить. То есть она как волосиница, как у нас это называется, из волос жестких, и за счет этого колючие очень. Тем не менее, Иоанн Предтеча это носил всю жизнь до своей кончины. И там он, собственно, и пребывал, пока его не призвал сам Господь на проповедь, потому что он являлся предтечей, то есть предуказывал дорогу ко Христу всем народам израильским. По пророчеству пошлю ангела своего, который уготовит путь Господень. То есть вот он как раз и предуготовлял путь к Господу всех верующих израильтян. То есть он крестил, отпускал грехи, да, пока эти говорил? Ну, и очищались люди, да, через исповедание грехов. То есть само крещение Иоанна происходило таким образом. Человек
входил в воды Иордана по шею, и он свои грехи вслух исповедовал Иоанн Предтечи. Потом Иоанн Предтечи его рукой, так сказать, окунал, и он выходил. И таким образом он очищался. Ну, у кого больше грехов, тот дольше находился в воде, у кого меньше, тот меньше, но, тем не менее, вот все так проходили. Иоанн Предтеча, он же родственник Господу Иисусу Христу. Ну да, это же тетя была, Елизавета, мама его тети была. И он, когда говорил, что вот скоро придет вот, да, Господь, он не знал, да, до 30 лет, получается, что... Вот... Ну, здесь вот как раз вот эта трагическая история его жизни с детского возраста, то, что он потерял отца, и потом и мама умерла. И он жил в пустыне, то есть он ни родственников, никого и не знал в лицо. То есть даже он в Евангелии говорит, да, я не знал его про Господа. Да, да, в Евангелии тоже сказано уточнение такое, что я не знал Господа, но тем не менее он его предузнал духом. Ну, как мы помним в праздник Благовещения, когда Пресвятая Богородица приходит к своей тете Елизавете, и Богородица в утробе носит Христа, а Елизавета носит в утробе Иоанна Предтечу. И когда Пресвятая Богородица вошла к ней в дом, взыграл младенец в чреве ея. То есть так, младенец... Полгода у них, да, было? Да, младенец у Елизаветы в чреве взыграл. Уже тогда он ощутил присутствие Христова. А уж тем более, когда он повзрослел, когда он был Духом Святым, так сказать, освящен и направлен на это, конечно же, он его предузнал, и он даже говорил, вот идет Агнец Божий. Еще до того, когда же Дух сошел, да, и глаз, да? Да, он уже ему уже говорил своим ученикам, и Андрею Первозванному и прочим, что вот Агнец Божий, вземлющий грехи мира. То есть он его уже так называл. И потом, когда Дух Святый на него сошел, это было такое указание, голос с неба, не только Иоанну Предтече, но и всем, кто там находился. То есть это явное такое прославление Христа Спасителя. Сейчас мы дойдем до этого момента, да? Почему Господь являет себя в 30-летнем возрасте? И на самом деле мы как понимаем, что и Иоанн Предтеча тоже, получается, примерно тоже в это же время, да, выходит, да, до 30 лет. Ну, дело в том, что были законы, определяющие жизнь израильского общества. И эти законы в течение тысячи лет уже, так сказать, израильтяне знали их, и поэтому они их уважали, и они были, ну, как для нас, 2×2=4. То есть это естественно было для них. То есть священник не мог свой чин справлять священство, если бы ему не 30 лет. То есть с 30-летнего возраста только священниками становились. Какие-то общественные, там, социальные, учительские, там, или уж тем более пророческие действия люди не могли совершать до 30 лет. То есть, ну, как мы вот называем, совершеннолетие. Вот у них совершеннолетие было 30 лет. Поэтому Господь, он дождался этого возраста 30-летнего, чтобы не противоречить законам Моисеевым, и вот вышел на проповедь. Но перед этим крестился. Ну и кроме того, конечно же, естественный рост человеческого существа, он происходит с определенными периодами, то есть, ну, младенчество, там, потом какой-то более уже детский возраст, потом отроки, юноши, потом, да, отроки, юноши, уже молодые люди, и вот совершеннолетний, уже в полную силу, человек входит в 30 лет. То есть и здесь как бы тоже полное созревание человеческого естества у Господа Иисуса Христа, вот оно сопряжено с выходом на проповедь. То есть он прошел все наши стадии человеческие, да? Ему ничего не было чуждо от человеческого естества, кроме греховности. То есть все, что мы имеем, все имел и он, кроме греха. А почему Господу нужно было креститься, да? То есть он зашел к Иоанну Предтечи в воду, если он не имел грехов? Здесь очень много как бы таких последствий того, что он сделал. Ну, во-первых, это учительский момент. То есть Господь показывал своим примером, как надо жить. И апостолам, и ученикам апостолов, всем, кто к нему приходил, он показывал в течение всей своей земной жизни, как необходимо, как молиться, как
даже как причащаться, да, вот на Тайной вечере Господь даровал нам это все. И как любить своих врагов, как ухаживать друг за другом, когда омывал ноги апостолам. Но начал он с того, что надо креститься. Как креститься? Вот так. Как я крещусь, так и вы повторяете за мной. И закон, да? То есть положено, значит положено. Да, плюс, да, закон. Соответственно, это первое, да, учительское такое наставление. Второе, то, что без крещения Господня, ну, не было бы богоявления, то есть не явился бы Дух Святой, не сошел бы, и не слышали бы мы голоса Отца Небесного. И эта величайшая из тайн божественной природы не была бы открыта человечеству. Ведь это впервые фактически, ну, только Аврааму явились три ангела в виде Святой Троицы и Лоту. А здесь мы читаем в Ветхом Завете, нигде про Троицу не сказано. Только вот такие как бы намеки были в лице Авраама и Лота, показанное, что да, все-таки три лица у Бога. А здесь явный был просто даже не намек, а доказательство, что вот голос Отца, вот Дух Святой, вот Христос, Сын Божий. Вот это, ну, уже неоспоримое такое богоявление, то есть показ того, что есть Бог, кто есть Бог для всего человечества. То есть без крещения этого бы не произошло. Ну, это вот основные такие моменты, связанные с крещением. Ну, кроме того, Господь, наверное, еще и воды осветил, да, своим... Ну, конечно, да, вот про это, конечно же, надо сказать тоже, потому что с того момента и до этого момента Иордан считался священной рекой, освященной Господом, но с момента, когда Господь в нее вошел, Господь ее осветил непосредственным прикосновением к ней, своим телом, своим духом Господь и голосом Отца Небесного. Господь осветил воды Иорданские, и эта освященная вода, она и сейчас протекает в Иордане. Но в крещении все воды становятся такими на всей планете Земля, где бы ни происходил чин освящения. Ну, кроме того, конечно же, и если мы освящаем реку, мы понимаем, что по всему течению реки она впадает куда-то в море, то все освещается вдоль всей этой реки. И так далее, и так далее. То есть озера, моря, все. Те люди, которые, например, не могут попасть в храм, да, ну, болящие, например, да, то есть они даже из крана могут набрать воду. Даже в кране, да, в 12 ночи. Вот мы верим, что в 12 ночи происходит освещение вот всех и на всей планете Земля, поэтому можно и таким образом омыться. А почему вот именно вода является таким ключевым образом? Ну, это промысел Божий, конечно же. Почему человек состоит на 90% из воды? Вот есть такая вот данность, которая необъяснима. То есть мы тоже освящаемся. И мы тоже освящаемся, да, через прикосновение со святыней. Соответственно, на планете Земля огромное место выделено воде, то есть 2/3 планеты покрыта водой, и без нее мы просто бы либо высохли бы в засухе и жаре, либо замерзли бы, потому что вода, она еще очень теплоемкость большую имеет, то есть она запасает тепло и потом выдает его достаточно долгое время. Конечно же, без воды нет жизни, потому что человек, ну, без пищи может существовать там несколько недель, а без воды 3-4 дня и умирает. Вода является необходимой средой для жизни многих животных. Вода, сотворена была вода раньше, чем человек. Да, вода, конечно же, напояет все нивы, все там растения, все животные, все птицы, насекомые. То есть все от воды принимает жизнь такую плотскую и телесную, и поэтому через нее Господь решил вот даровать всему роду человеческому и всей планете свою святыню. Да, даже в Библии дух носился над водой, да? Да, есть такая фраза в Ветхом Завете, да. Угу. «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» – говорит пророк Иоанн Предтеча. Буквально ли стоит воспринимать слова эти? Ну, эти слова были сказаны буквально, потому что Иоанн Предтеча понимал, кто пред ним, и
эти слова выражают трепет и благоговение пред вторым лицом Святой Троицы, пред Богом, да, пред Христом Спасителем. Поэтому он говорит, ну, я недостоин. То есть со смирением? Да, так? Это смирение, кротость Иоанна Предтечи, здесь она очень ярко выражена. Хотя такие же слова и Петр говорил, я тоже, я недостоин, Господи, выйди от меня, я грешный человек. Да, и потом не умоешь вот да, меня, и, да, на, не, ноги вечере. Мои не дам тебя омывать. Но, понимаете, здесь каждый из них, он по-человечески это воспринимал, не видя в этом таких божественных прообразований на будущее всего рода человеческого. Поэтому когда Господь все-таки настаивал, говорил, ну, нам оставьте надо теперь. Сделать угу. всякую правду, совершить ее, да, это оставить сейчас не надо. И тогда эти люди, что апостол Петр, что Иоанн Предтеча, по своему смирению и послушанию Господу, они говорят, ну, хорошо, если настаиваешь, Господи, да будет воля Твоя. Как и Богородица сказала, я раба Господня, да будет мне по воле Божией. То есть вот здесь мы видим одинаковость поведения у этих людей, которые так или иначе участвовали в земной жизни Бога-человека, Господа Иисуса Христа. И мы видим, что этим они как родственники. Что Иоанн Предтеча, что Петр, что Пресвятая Богородица, что другие апостолы. То есть они все были как будто родственники в послушании воли Божией. То есть как дети слушаются своего отца все, так и здесь вот Отца Небесного слушались все эти люди. Для нас это тоже, да, урок послушания такой. Конечно же, и мы, если хотим быть родственниками, да, этим людям, апостолам, Пресвятой Богородице, Иоанну Предтече, то и мы должны брать с них пример, и вот это вот послушание, святое послушание, которое превыше поста и молитвы, мы должны на себя взять, хотя не всегда это получается, не всегда это хочется и не всегда это можется. Но, тем не менее, мы должны прикладывать усилия, чтобы это у нас было, привить себе такой образ жизни по послушанию. А кого мы должны слушаться? Ну, мы, естественно, слушаем те заповеди Божьи, которые нам донесены через Евангелие, через наставления церковные, и его, и мы должны слушаться. Человека слушаться, вот что они же... В повседневной жизни все равно же есть наша иерархия, да? То есть начальники над нами поставлены, то есть мы должны слушаться начальников, если они, соответственно, не противоречат заповедям Божьим, да? То есть дети должны родителей слушаться. Ну, здесь, конечно же, мы должны слушаться и начальствующих, и каких-то других особ высшей власти, потому что их Господь нам поставил. И родители, естественно, должны слушаться. Но это должно происходить по любви и по преклонению своей воли пред волей Божией. Если Господь дал нам этих родителей, значит, я слушаюсь родителей, я слушаюсь Бога. Если Господь дал мне этих начальствующих, значит, слушаюсь их, я слушаюсь Бога. Ну и если обратная история, если я противоречу родителям, то я противоречу Богу, ведь Господь их мне дал. Единственное, есть оговорка, когда можно не слушаться того или иного человека, когда он говорит не слушаться Бога, то есть отвращает нас от заповедей Божьих, тогда здесь это послушание снимается, и мы можем просто проходить мимо такого человека, не слушаясь его. Это надо четко понимать. То есть одно условие, когда мы не слушаемся начальников или родителей, когда они нас отговаривают от послушания заповедям Божьим. А что нам мешает вообще слушаться? Мы же так очень любим противоречить. На что, на все мы говорим сначала «нет»? Вот. Ну да, да, такая первая реакция «нет», «нет», а потом подумал, а ну может быть. И то не «да», а вот «может быть, я попробую». И хорошо, если исполнил, как в Евангелии, да, есть, когда одного призвали, один сказал «нет», но потом пошел исполнил, да, а второй так сказал «я пойду сейчас» и ничего не сделал. И так и не сделал, да. Действительно, это наше естество, которое присуще каждому из нас, и оно происходит из-за гордости, из-за своей воли, из-за привычки, так сказать, самим решать свои задачи. Есть такая прям фраза «сам знаю». Все, вот я сам знаю, не надо меня учить. Сам сделаю. И сам сделаю. Вот эта самость, вот этот эгоизм, эта гордость и своеволие, они нам
очень дорогого стоят. Мы столько синяков через них зарабатываем, что если бы мы послушались и не изобретали бы велосипедов, да, которые уже тысячу лет назад уже пройдены все эти уроки, и в Библии почитаешь, и все, что со мной происходит сейчас, происходило там тысячу лет назад еще с кем-то, или жития святых почитать. И мы, вот если бы были разумные, мы бы учились на ошибках других. Но, к сожалению, частенько происходит обратное, и мы учимся только на своих ошибках, причем даже не с первого раза, а с десятого раза, уже когда, так сказать, столько синяков набили, что и думаешь, да как же так-то, что ж такое-то происходит. Одно и то же, по одному и тому же месту. Попадает, попадает. А потом в какой-то момент вдруг глаза открываются, и ты видишь, а, так это вот почему. И все, встает на место. Вот кажется, что может быть проще? Вот сделать то, что тебе говорят. Да. Проще да. всего. Но вот если задуматься, вот каждый начнет себя изучать даже в день. Мы столько раз вот делаем то, что мы хотим, а да, нет. Да, но некоторые говорят, ну я же умнее, но почему я должен вот его слушаться там, или эту старинную, там, 2000 лет книгу назад написанную. Ну, что там умного-то мне? У нас сейчас такой прогресс, такие знания, такая наука, такие причем технологии. Причем вот в этом я могу послушаться, ладно. А вот да. это что-то как-то не очень. Да. И, к сожалению, вот на этом таком простой уловке бесовской, да, что мы-то сейчас больше знаем, чем те, которые 2000 лет назад жили. Но это знания-то они материальные, они не духовные. Духовно те, которые жили 2000 лет назад, со Христом ходили вместе, они духовно имели намного больше и опыта, и знаний, и сил, духовных сил. И поэтому их надо слушаться, потому что нельзя сравнивать, ну, как говорят, белые и пушистые, там, да, или белые и соленые. Это разные вещи. Вот то же самое и здесь. Знания какие-то материальные, то, что наука говорит, то, что там... технологии, то, что прогресс нам предлагает научно-технический, это одно. А то, что нам передано от самого Бога через его учеников, это совсем другое. Это другие знания, это другие, другой опыт и другие возможности и навыки. Господь говорит, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Какую правду? Ну, конечно же, закон Божий, потому что Господь пришел исполнить, не нарушить, как Он сам говорит, а исполнить всякий закон и всякую заповедь, написанную в Библии. Поэтому и здесь всякую правду Он говорит о том, что написано в Библии, о пророчествах о Нем, о том, что Ему необходимо, должно совершить те... дела, для которых он, собственно, и пришел в этот мир, для искупления рода человеческого, для научения человеков, для показания такого своих духовных каких-то возможностей, чтобы укрепить в вере апостолов, ну, хождение по воде, воскрешение мертвых, там, исцеление бесноватых или прокаженных. Это тоже Господь и для этого в том числе пришел в мир. И, конечно же, в этом и всякая правда должна совершиться. Но начало этого всего – это вот как раз крещение. То есть это был первый такой шаг в проповеди, который, ну, в котором участвовал Иоанн Предтеча. Написано, что Господь тотчас вышел из воды. Есть в этом, да, какой-то смысл «тотчас»? Ну да, эти слова не случайно вошли в текст евангельский. Как я говорил, что само крещение Иоанна Предтечи, оно подразумевало исповедание грехов. Поэтому человек входил в воду по шейку и вот оттуда свои грехи исповедовал. Но так как у Господа не было грехов, то ему и, соответственно, оставаться в воде не из-за чего было. Он вошел и вышел сразу. То есть вот поэтому никакой задержки в реке Иордан Господь не сделал, поэтому тотчас вышел. И все отверзлись ему небеса. Вот это как вот понимать? Да, это для человеческого разума это невозможно понять. Апостол Павел пишет, что то, что Господь предуготовил любящим его, ни слов таких нет, ни на сердце не взойдет, ни на ум, ни терминов таких не подберешь. И вот это вот отверстие небеса, описать их можно только вот этими, наверное, словами. То есть небеса отверзлись, а что там? А как это? А чего это? А пока вот не увидишь и даже выразить не можешь. А апостол Павел видел, поднимал Господь его там до
какого-то там неба, там тоже есть различные высоты на небесах, до третьего, до седьмого, соответственно, но он тоже выразить не мог это. То есть настолько это было одухотворено, настолько это было отдаленно от материальных наших потребностей, что у нас и слов таких в лексиконе нет. Поэтому он только говорил, да, вот был, да, видел, да, Господь меня вот туда возвел, в теле или без тела, говорит, это я не могу даже сказать, нет, даже этого он не мог определить, в теле он там был или без тела. И также и здесь, отверстие небеса, это просто факт, что небеса отверзлись для всего рода человеческого. Ну и как духовный смысл, наверное, тоже, да? То есть Адам заключил их, получается? Но есть и такой смысл, да. Так как грех Адама нам закрыл путь в рай, то второй Адам, да, Господь Иисус Христос, Адам небесный, да, он открыл эти небеса, и с этого момента всякий, кто идет по его следам, он входит в эти отверстия небеса. То есть это, опять же, практический смысл эти слова имеют. Но описательный смысл мы не сможем его воссоздать, потому что это невозможно в наших сегодняшних условиях. «И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Почему вот именно голубь служит образом Духа Святого? Почему именно вот так? Но мы помним, что голубь, он используется в Библии как птичка, несущая добро, как птичка, несущая известие о жизни, о продолжении рода человеческого во время потопа. Да? Голубь именно принес ветвь Ною на корабль, что жизнь появилась, что земля появилась, что вода стала отступать, и даже веточку он принес. И Ною дал, через что Ной узнал, что, оказывается, уже есть суша. То есть не вся планета Земля покрыта водой, а все-таки уже появилась суша, и даже там деревья начали расти. То есть голубь был таким провозвестником новой жизни на Земле. Вот здесь Дух Святой избрал такой телесный образ голубя, так же, как для провозвестия новой жизни на Земле и в Царстве Небесном. Потому что христиане не только здесь живут, не только здесь строят свои там, церкви, семью, работу по заповедям Божьим, жизнь, но и в Царство Небесное входят, и там тоже живут уже в вечности. Поэтому голубь здесь является таким провозвестником новой жизни. Да, еще тоже в Евангелии есть момент, когда Господь говорит, да будьте просты, как голуби. Да, да. Мудрый, как змеи, и просты, как голуби. То есть простота, она присуща естеству божественному. Самое простое существо в мире – это, как ни странно, это Бог. И здесь Господь избрал самое простое из живущих на земле существ – это голуби. Соответственно, вот… Да, их даже когда они бежают, они даже не реагируют никак. Да, как будто ничего и не было. То есть настолько кроткие эти птицы, что ну, их там отгоняешь, их там что-то, кто-то их там пугает, они обратно возвращаются и там воркуют, и что-то такое, вот как будто ничего и не произошло. А нужно было, да, наверное, чтобы вот как указывающий перст, наверное, да, сошел вот. Ну да, естественно, когда мы говорим вот он будет там тем-то, или вот этот человек, то ну, в толпе как сказать, какой он? Он, мы показываем руками, да, как или вот там, звезда, например, да, установилась на звезда, да, Вифлеемская, да, показала, в какой из многих пещер Господь родился. То здесь Бог Отец Духа Святого послал на своего Сына, таким образом, как бы перстом своим, Духом Божиим, Он указал, вот Он мой Сын, возлюбленный, и в Нем мое благоволение. Таким образом, Он опять же Его пред всеми родами человеческими уже объявил как царя царствующих, Господа господствующих и как спасителя мира. То есть Дух Святой здесь был как указатель в том числе. Да, вот мы в Евангелии несколько раз, да, читаем, что глаз с неба, глаз небес, голос Бога Отца, то есть во время крещения, вот как мы сейчас читали, да, при преображении Господа, ну, почти такие же слова были, да, «Сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, Его служите». Ну, и был также еще глаз с неба, как Господа, незадолго до Его смерти, но когда все подумали, что это гром с неба, да. Угу. Вот, и даже вот в Евангелии от Иоанна считали, что имя Отец –
применительно к Богу употребляется 109 раз. Часто Господь Иисус Христос обращается, вот именно вот, Бог Отец, так Но сказать, фигурирует. Господь Христос, Иисус Христос, Он показывает свое постоянное существование в Боге Отце. Единство такое, да? Да, и Он показывает свое единение и общение с Богом Отцом постоянно. То есть Он даже так и говорит: «Отче, прославь сына твоего». И Отец отвечает: «И прославил, и прославлю». Но это, наверное, даже не для Господа Иисуса Христа, и а для дальше, окружающих, да? Совершенно правильно. Дальше сам Господь говорит: «И этот голос был не для меня, а для народа, чтобы вы увидели, что я истинный сын и Божий, и Отец меня слушает». И как я в нем, да, так он Так и он во мне, да. И это все вот через Сына Божия мы единственно можем увидеть Отца. Он нам его указывает. Господь нам говорит, чтобы и мы были также едины. Совершенно, да? Правильно, да. И даже просит: «Отче, да будут они в нас, как мы соединены, не слитно, не раздельно, так и они, да будут с нами, Отче». То есть эти молитвы мы в Евангелии можем прочитать. И поэтому здесь мы видим, как будто Господь вводит нас в свою семью небесную, и в другом месте говорит, что тот, кто будет слушать мой голос и его исполнять, к тому мы придем с Отцом и сотворим у него обитель, и Духом Святым, и сотворим у него обитель. То есть в душе такого человека будет жить сам Бог в трех лицах. И это, конечно, вот и есть то самое Царство Небесное, которое внутри вас есть. Царство Небесное – это там, где Бог существует и повелевает. Вот в этом мире Царства Небесного нету, здесь князь мира сего, да, очень много чего делает. А вот в душе человеческой, если она очищена, если она любит Бога и верует, то в душе находится Царство Небесное. Уже у живущего здесь, еще в этом греховном мире, у него, он уже носитель Царства Небесного. Вот к этому Господь и подводит всех своих учеников и последователей. Да, и многие спрашивают, да, ну где Бог Отец? И тот же апостол Филипп, да, он тоже спрашивал Господа Иисуса тоже Христа. Тоже хотел: «Покажи нам Отца», да, хотел. Но Господь ответил: «Филиппе, ты столько уже со мной времени и спрашиваешь про Отца, неужели ты не знаешь, что я в Отце, а Отец во мне? И видя меня, ты видишь Отца». То есть только через Господа Иисуса Христа мы можем узнать Отца. Потому что Господь Отца, как мы, да? Вот, то есть плоть такую же принял, чтобы мы могли вот как единое, да, вот познать. Но мы, так как мы плотские, то мы только плотское и видим. И мы духовного не видим, пока не выйдем из тела, да, и потому что тело у нас является как бы шоры такие, которые закрывают видение духовной жизни. Поэтому здесь мы и можем увидеть Сына Божьего только телесно. И Он так в телесном обличии к нам и пришел. И так как это прерогатива второго лица Святой Троицы, Сына, так как Он был рожден от Отца, Он был рожден и здесь, от Пресвятой Богородицы. Бог Отец, он не рожден и не сотворен, Он вот вечно существующий, причем вне времени, да, Он все сотворил. Поэтому Он и не рождался здесь. То есть Он родил Сына в предвечном совете, и Он дал Ему родиться здесь в человеческом облике, чтобы мы увидели таки Господа, и через Него могли обращаться и к Отцу, и к Духу Святому. И не только увидели, но и вкусили. А еще, вот если, да, вспоминать таинство, конечно, причастия, то, конечно же, это вообще наш ум, он не способен вместить всех тех таинств, которые Господь нам даровал. Но это есть вера, да? Да, то есть... и это можно только по вере в себя вместить. Ум не вмещает это. Потому что ум, ну, у нас такой рациональный, и он не может разложить по полочкам невместимое всей Вселенной божество. Если уж вся Вселенная не может вместить Бога, то как мы, немощные люди, можем Бога вместить в своем разуме? Это невозможно.
Да, ну, наверное, мы с вами еще разочек скажем, потому что, может быть, кто-то нас первый раз да, видит. Ведь мы часто говорим о то есть необходимости причастия тела и крови Христова. Ведь Господь даже для этого пришел, оставил себя, а люди даже не знают об этом. Ну вот, да, еще раз и повторю две фразы из Евангелия. Первая фраза, связанная с крещением. «Тот, кто не родится от воды и Духа Святого» – это цитата. Господа Иисуса Христа, цитата его. «Тот, кто не родится от воды Духа Святого, Царство Небесного не увидит». И вторая цитата. То есть первое – это крещение необходимое. Да, и без крещения нельзя причащаться. И вторая фраза – «Тот, кто не вкушает тело и крови Христовой, Царство Небесное не входит». Вот это да, и тоже жизни не имеет. Жизни не имеет. То есть вот эти две фразы, они определяют, с чего каждому человеку надо начинать. С крещения и с причастия. Вот без этого ну, никак ты дальше не сможешь двигаться, потому что крещение – это рождение духовного человека, при котором ему дается имя не среди людей, а среди ангелов, самим Господом. А причастие – это та жизнь, которая существует только в Боге, только Господь может эту жизнь даровать кому-либо из существ сотворенных. И если мы ее принимаем, эту жизнь в виде причастия тела и крови Христовой, то мы оживотворяемся и становимся вечными, обожествляемся. Вот это надо четко понимать. Да, мы думаем, что мы живем. На самом деле, ведь слова Господа – это аксиома, да? И то, что кто не причащается, жизни не имеет. И все, что, что мы просто живем, да, вот для себя, там, для родных, для близких. Живет тело наше, я бы так сказал. Душа не живет. Она ну, в таком, в коматозном состоянии то есть находится. Бессмысленное житие получается. Такое. Да, бессмысленное, без, такое, безинтересное, безрадостное житие человека, который истлевает, потому что естественные процессы старения в нем происходят. И он стареет, дряхлеет и становится глухим, становится слепым, бесчувственным, в конце концов помирает. Вот и вся жизнь телесная. Вот это объективная цель жизни каждого человека телесного. А духовная жизнь, она совсем другая. Она с каждым годом, если телесная жизнь с каждым годом ухудшается, то духовная жизнь с каждым годом духовного такого преобразования, она улучшается. То есть человек становится богаче, сильнее, радостнее, жизнеспособнее, потому что жизни все больше и больше с каждым причастием, с каждой молитвой. Вот это надо понимать. Да, кроме того, мы сейчас говорим о том, что не кто-то там хороший, кто-то плохой, а к тому, что все к этому люди абсолютно призваны. Нету хороших или плохих. Есть покаявшиеся и есть непокаявшиеся. Если человек согрешил и покаялся, Господь его примет. Если же человек согрешил и не покаялся, Господь не может его принять, потому что сам человек не волю свою не направил на это. Он не хочет того, чтобы Господь его принял. Ведь сам Господь говорит, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Это красной нитью проходит через все Евангелие. И если человек это не слышит, то есть Господь протягивает ему руку, говорит, ну покайся, я тебя в Царство Небесное верну. Даже вот дверь стучит, да? А мы, получается, дверь закрыли. А мы не хотим ни руку протянуть, ни дверь открыть. А мы вот сами по себе, зачем нам все это нужно? Да, это все вот там для каких-то там фанатиков или еще чего-то. Да? Нет, это для всех. Жизнь без Бога невозможна. Ну как без воздуха и без воды. Невозможно жить телесно. Так без Божьих даров, таинство причастия, таинство крещения, также невозможно жить духовно. Это надо четко вот такие аналогии понимать. Есть ли вот связь между праздником крещения и таинством крещения? Праздник – это та история, которую мы вспоминаем ежегодно, о событиях, пришедших в Израиле на реке Иордан, о Иоанне Предтече, о людях, пришедших туда, о том, как Господь исполнил все, что ему было предписано. То есть это праздник крещения, это не таинство, это воспоминание исторического события. Ну а раньше ведь, да, язычники именно в день крещения, да, совершали таинство крещения? Ну, была привязка такая, да, к крещению, но не всегда, потому что часто крестили людей во время Великого Поста.
То есть там прям даже были там подготовительные периоды, и потом крестили их там на последних неделях поста. Ну и сейчас его, в литургии мы слышим там литургию оглашенных, литургию верных. То есть она делится на две части. Да. Оглашенные – это те, которые были оглашены к крещению, то есть они все, им все рассказали, они выли изъявление свое к крещению, выложили, изложили, да, всем сказали, но еще не крестились. А литургия верных – это та часть литургии, которая уже не крещенные, они там не присутствуют, их нельзя причащать, им нельзя участвовать в этих, так сказать, моментах. И поэтому возглашает диакон или священник: оглашенные, изыдите из храма, выйдите. То есть дальше уже не для вас. Но когда они крестятся, они становятся верными, и уже вторая часть литургии им доступна, они могут уже и причащаться во время второй части литургии, и молиться, и все прочее. Ну, все равно это же для нас такое указание, да, про крещение, к таинству крещения. Ну, это воспоминание, конечно, каждому из нас. И тот, кто не крещен, это упоминание ему, что время проходит, ты бы, может быть, подумал бы о крещении своем. А те, кто крестились, это упоминание каждому из нас, что ну, ты же крещен, веди себя подобающе. То есть каждому этот праздник приносит в душу свои какие-то напоминалки, как это сейчас говорят. И эти напоминания, они сподвигают человека к тому или иному деланию духовному. Ну, либо креститься, либо, если ты крещен, то стараться все-таки подобающим образом себя вести. Еще раз мы с вами расскажем о подготовке к причастию, к таинству покаяния, как все это вот происходит. Ну, мы все люди грешные, и каждый из нас согрешает так или иначе, поэтому есть необходимость очищения, регулярного очищения души. Ну, как мы там принимаем душ, там стираем одежду, да, от плотской грязи, то точно так же надо ухаживать за своей душой, потому что она тоже марается, ее тоже надо отмывать, тоже за ней ухаживать. И вот исповедь – это то таинство, которое омывает грехи человека, который он назовет в таинстве исповеди. Душа тоже может болеть, как и тело? Конечно же, и раны как на теле, так и на душе могут быть, и раны и свежие, и раны гниющие, уже длительные, там, многолетние раны. И почему вот такое понятие есть, как ну, человек сошел с ума. От чего? От какого-то события, произошедшего там, не знаю, в юности. Вот он потихонечку и докатился до сумасшествия. То есть это рана, не заживающая, которая духовная, на душе нанесенная, которую не лечили, она полностью уничтожила, можно сказать, так сказать, духовное здравие этого человека. Как и телесная рана, если ее не лечить, она также приведет к гангрене, например, или там еще к чему-то. А есть зависимость телесных ран от душевных ран? Обычно зависимости такой прямой нет, хотя иногда Господь наказывает те члены человеческого тела, которыми он грешил. Ну, например, рукой там ударил человека, потом у тебя руку там прищемил или сам отбил. Или в Евангелии Господь, прежде чем исцелить телесно, он тоже грехи отпускал? Да, да. Просто если нет такой прямой зависимости, то есть рука, вот значит руку наказать, там нога, значит ногу, нет. А так, конечно же, все наши болезни телесные, они вторичные и зависят от духовных болезней. Сначала душа начинает страдать, а потом это выражается уже в телесных болезнях. И здесь мы, ну, чревоугодие, да, вот казалось бы, что я ем, а там появляется потом или там диабет может быть, или подагра, там, или еще чего-то, там много всяких там каких-то последствий этого всего, там гастриты, там масса того, через что Господь наказывает человека за чревоугодие. Как и гнев, ну, появляется там давление, там, или сердце начинает болеть, или голова начинает болеть, ну, множество. Или очень часто в пост люди, когда они сами не накладывают на себя пост, Господь накладывает, да, в виде тогда, болезни. Ну, есть даже сам. Так вот просто ясно говорится, не хочешь поститься, будешь болеть. То есть смирить тело все равно придется. Если не ты сам его смиряешь, по своей воле постясь, то тогда Господь его смирит какой-то болезнью, посланной тебе. И эта болезнь может быть и как легко лечимая, так и неизлечимая.
Ну, как, например, рак. Да? Если человек долго упрямится и не постится, ну, почему сейчас так рак очень развит? Потому что никто же не постится практически. Ну, вот и все. Так оно и будет. И множество других заболеваний телесных, которые не имеют сейчас излечения, которые сейчас очень в большом количестве разрослись, хотя, казалось бы, и медицина на уровне, и лекарств масса, и каких-то приборов достаточное количество, но, тем не менее, только увеличиваются болезни. С увеличением греховности человечества будет возрастать количество болезней все новых и новых и новых будет и сколько, добавляться. Сколько чудесных случаев в церкви, когда человек, даже там тяжело болящий, приходит в храм, меняет образ своей жизни, и он еще, Господь ему продляет дни. То есть ему сказали, там проживет там, не больше месяца, а он там уже несколько лет живет. Да, я таких много людей знаю, которые действительно, ну, там какая-то, ну, такая-то стадия рака. Все, вам осталось там месяц жить. Он идет креститься, он идет, начинает причащаться, еще живет еще много лет. Хотя ему месяц сказали всего-то. А он еще там лет 5-10 еще живет. Вот такого очень часто встречается, очень много в практике священнической, не только у меня, но и у других священников это есть. И есть такая фраза: «Господь грешникам жизнь убавит, а праведникам жизнь прибавит». Поэтому если вы хотите, чтобы у вас было прибавление вашей жизни, чтобы дольше вы жили, ну, надо вот праведниками быть. Чтобы быть праведником, нам нужно покаяться. Как происходит таинство исповеди? Вот, например, человек сидит, да, сейчас. Ну, вот, надо что-то делать. Я в церковь-то особо-то не хожу. Может быть, там свечки только иногда зайду поставлю. Там на Пасху, может, там кулич освящу. За водой, может быть, сейчас схожу. А так вот... Ну, это неправедность. Это такое, можно сказать, просто какое-то соблюдение внешних обрядовых таких моментов. Да? Ну, сходить, положено, осветить Пасху, да? Ну, вкусно же, да, поесть потом. Ну, все так делают. Да, все так делают. Ну, водички наберу, да, ну вот, буду пить ее. Причем мы так ее наливаем, это великая святыня, а мы и на пол ее проливаем, и ходим по ней, и все. И чай из нее можем даже заваривать кто-то. Вот так. Самое грустное, что ее неправильно потом используют. То есть крещенскую воду можно только натощак употреблять, конечно, не варить, никуда там, ни какую-то ванну принимать там или еще чего-то. То есть это святыня, которую мы пьем каждое утро, например, если есть такое желание, натощак. Да? Можно кусочек просворочки взять, и вот просворочку и святыньку агиасму, то есть крещенскую воду взять и выпить. Тогда мы освящаемся, как воды иорданские Господь освятил, так Он вместе с крещенской водой в нас входит и освящает наше естество, и сохраняем в течение всего дня вот эту вот святость. Но если мы согрешаем, то она святость отступает. Иначе у нас неблаговинное отношение к святыне получается. Да, если мы крещенскую воду, ну, так сказать, без благоговения должного и ответственности к ней относимся, то мы будем отвечать за вот это неправильное отношение к святыне. Угу. У нас осталось всего две минуточки. Пожалуйста, вот все-таки как нам подготовиться, кто первый раз соберется, да, причаститься, исповедоваться? Ну, надо попоститься хотя бы один день перед причастием. Для исповеди, в общем-то, ничего не надо. Для исповеди ничего не надо, просто прийти исповедоваться. С Евангелием и крестом стоит в храме, ну, да, можно подойти и исповедоваться. Подходим и исповедуемся. А для причастия нужно обязательно попоститься, обязательно исповедаться, обязательно прочитать молитву ко святому причащению. И, собственно, вот прийти натощак с 12 ночи до причастия, не кушать, не пить, ни глотка, даже крещенской воды нельзя пить перед причастием, потому что это самая высшая святыня, тело и кровь Христовы. Она должна первой войти в тело человеческое, в душу его. Поэтому постарайтесь причаститься на крещение. Ну, кто хочет, можно окунуться на крещение. Но в любом она не смывает грехи. Да, но грехи смываются только исповедью и причастием. Ну, а окунание, оно, конечно же, освещает нас, оно нас укрепляет, но все-таки вот давайте по пунктам, да, креститься и причащаться. Сам Господь сказал, только те входят в Царство Небесное. Да, благодарю, Отец Евгений, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спаси Господи, с праздником. На сегодня все. До свидания. До свидания.